Конкурс собрал 50 коллективов со всей Вологодской области. Ребята приехали из Вологды, Белозерска, Сокола, Суды, Шексны. Ну и, конечно же, выступали наши череповецкие артисты. Конкурс на самом деле масштабный. Участников разделили на 3 возрастных группы. И для них соревнования стартовали еще 2 дня назад. Здесь на большой сцене были репетиции. Ну а сегодня главный конкурсный день. 10 минут до выхода на сцену. Последние штрихи перед стартом. Еще раз отточить шаги, прорепетировать улыбки для зала. Выше, выше, носочки тянем. Давайте, давайте, давайте. До попы ноги 8 раз. Танцевальный коллектив «Веснушки» – это ученики 4-го В-класса Червяцкой школы номер 26. Раз в неделю ребята занимаются в пришкольном кружке хореографии. В профессиональных конкурсах и фестивалях участвуют уже не в первый раз. Выступят хорошо, обязательно, волнуемся. Как выступят? Очень много замечательных коллективов. Хочется показать себя. Труды Ольги Александровны хочется показать. Ну, на людей посмотреть. Конечно, всегда хочется победить, но самое главное, наверное, участие. И вот он, долгожданный и волнительный выход. Весенний танец от коллектива «Веснушки». А тем временем соперники не дремлют. Ребята из коллектива «Карусель» Бабаевской школы искусств готовятся к выступлению. Пока руководитель пришивает помпон к балеткам и раскладывает собственноручно связанные перчатки, ребята обсуждают конкурентов. В Череповец «Карусель» привезла 2 номера. Это костюмчики для Барбарика. Мы много очень тренировались, да, чтобы упорно очень старались, да, чтобы не победить, чтобы быть лучшими, чтобы занять первое место. Яркий выход барбариков. Спасибо родителям за костюмы и зрителям за бурные овации. Хореографический потенциал области оценивало строгое жюри. Педагоги со стажем впервые увидели столько новых коллективов. И это не фестиваль, подчеркивают организаторы, а именно конкурс «Смотр», что придает участникам дополнительный стимул. У нас были требования, то есть надо было 2 номера, и один номер по желанию, а второй номер обязательно должен быть сюжетный. Вот, то есть как бы конкурс «Смотр». И я хочу порадоваться, что на этот конкурс приехали наши выпускники, привезли своих детей. То есть как бы наш труд, наша вот вся работа, она уже идет в детях наших студентов. Хорошие задумки, где-то что-то может недоработано. Костюмы, Глава Регина, сейчас вроде бы денег-то не дают на костюмы. Люди деньги находят, привезли детей. Ну, конечно, мы очень рады. В таком составе коллективы области собрались впервые. Участники уверены, впереди у танцевального фейерверка еще множество залпов.